Девушка Саакашвили Яська заявила, что его отношения с женой окончены. Украинская девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и депутат Верховной Рады Елизавета Ясько заявила, что его отношения с женой Сандрой Руловс окончены. Яська ранее опубликовала видео, записанное до поездки Саакашвили в Грузию, на котором он признается, что у них отношения. Яська призвала украинские и грузинские власти, а также ЕС и США защитить Саакашвили. До этого было известно, что Саакашвили женат на гражданке Голландии Сандре Руловс. У супругов двое сыновей. «Мы сделали заявление о том, что мы вместе, и о том, что минувшие отношения окончены и с моей стороны, и с его стороны уже давно. Мы много месяцев вместе», — сказала Яська в эфире Пятого канала. Затем ведущая заметила, что Руловс опубликовала ранее пост, в котором заявила, что для нее эта информация была сюрпризом. Этот вопрос уже надо адресовать ей, Руловс. Они не являются больше мужем и женой. Об этом было сказано и в его заявлении, и в нашем признании. Поэтому я не вижу здесь каких-то вещей, где нужно что-то договаривать, — уточнила Ясько. Саакашвили пообещал рассказать всю правду об этом всем в суде. Слушайте, на этом видео говорится, что мы семья. Я думаю, что надо понимать из фактов. Мы же сознательные взрослые люди. Как по-другому можно говорить? У нас что, какое-то многоженство? — сказала Яська и подчеркнула, что они честные люди. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. На родине он проходит по несколько уголовным делам. Его заочно осудили по делам об убийстве банкира, избиении депутата. В первом случае Саакашвили приговорили к 3 годам лишения свободы, во втором – к 6. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга и погроме телекомпаний и медии, и растрате средств из госбюджета. Их пока рассматривают суды. Какое ваше мнение? Пишите в комментариях. Спасибо всем за просмотр.